Здравствуйте, в эфире Первого городского, служба новостей «Город», в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях понедельника, 23 апреля. Смотрите в ближайшие минуты. Когда Сергей Лазарев приедет в Калининград с сольным концертом? Эксклюзивное интервью с артистом. Эти выходные калининградцам запомнятся надолго. Сразу две российские знаменитости посетили наш город. Любительница шопинга Полина Гагарина в одном из магазинов города купила себе купальник, ну а Сергей Лазарев разделся на сцене. Прорваться к знаменитостям было сложно. В самый последний момент Сергей отказался давать интервью, но наш специальный корреспондент Денис Саландин оказался настойчивее. В итоге только на Первом городском эксклюзив. Больше, чем Полину Гагарину, ждали только Сергея Лазарева. Его эффектное появление и сразу взрыв аплодисментов. Поклонницы артиста готовы были по головам идти, чтобы увидеть его. Я люблю Лазарева! А он на протяжении часа готов был не только общаться, но и петь хиты, проверенные временем. Казалось, в этот день нет ничего важнее, чем его выступление. Юные поклонницы, знающие все слова песен, ждали, что он обратит на них внимание. И каждая в отдельности мечтала, что он посмотрит именно на нее. Но личного общения фанаты так и не получили. После своего выступления Сергей Лазарев не захотел общаться ни с поклонниками, ни с представителями СМИ. Он просто сел в свою машину и уехал. Мы отправились по его следам в гостиницу, и он не смог устоять и дал эксклюзивное интервью для Первого городского телеканала. Правда, подождать певца пришлось не меньше часа, пока он переодевался и ужинал. Я доволен концертом. Сергей Лазарев в Калининграде последний раз был несколько лет назад, и то как солист группы «Смэш». А совсем недавно в Москве состоялся первый сольный концерт «Биение сердца». Но проехаться по стране собственным шоу артист не торопится. Слишком много времени проводит на театральной сцене. Я репетирую активно новую постановку. Называется спектакль «Таланты» и пьеса называется «Таланты и покойники» по Марку Твену. И уже в мае месяце, 11-12 мая, мы премьерим этот спектакль в театре имени Пушкина. Но впереди не только новый спектакль, но и запись второго альбома, который выйдет в октябре, а также съемки в программе «Удиви меня» и проведение концертов в Юрмале. И практически не остается времени ни на отдых, ни на личную жизнь. Но куда бы ни приехал Сергей Лазарев, на представителей своего фан-клуба он время всегда находит. Вот такая широкая аудитория, то есть все возраста. Это и школьницы, и средний возраст, и постарше. То есть вот сегодня он нас просто удивил. У него такой репертуар, такие песни бесподобные. Какая группа, подтанцовка. То есть мы просто в восторге. В восторге осталось более 15 тысяч человек, которые пришли в этот день на день рождения торгово-развлекательного центра «Европа». Большое красочное шоу и выступление любимых артистов. Этот день калининградцы запомнят надолго. Денис Саландин, Дмитрий Суворов, служба новостей «Город».